Так, ну что, будем продолжать. Сейчас мы будем, я так понимаю, преследовать Виктора. Так, секундочку. Так, погнали. Тут у нас заглянуть-то негде. Некуда, точнее. Кристаллы. Смотри, они уходят. Смотрю, блин. Ящики вот эти взрывающиеся меня напрягают, конечно. Обратили их в бегство. Пипец. Обратили. Догнать бы теперь. Чего? Так, послуха. Посветалки. Подсоберемся маленько. Так, слышишь? Разрезатель, блин. Давай налево. Стой, Виктор. Зараза такая. Убегают на крышу. Долго с вами церемонить не буду, блин. Прошли те времена, когда Кнек был маленький. Так. Наш реликвию, детали расширителя времен, времени. Так, атаки по врагам без получения урона дадут эффект замедления. Ну, у нас две есть, это третья, осталось две. Промазал. А вот я попал. Поднимаем лифт дальше. Все.
сейчас еще два робота вылезет вот из тех вот ледовых ящичков. Что нам роботы? Блин, серьезно. Прям даже страшно. Так вот. Все, желающие еще есть? Нету? Тогда мы идем за Виктором. Мы сведем с ними счеты позднее. Ну, мы нашли, что искали. О, мой самолет. Как мило. Нек, Лукас, садитесь. Мы летим к шахте Трагдо. Есть, босс. Нет связи с Райдером. Итак, повторим еще раз. Вы предлагаете пробраться через потайной вход, незаметно пройти несколько миль по тоннелям шахты, а затем Нек откроет дверь. Ах да, и еще ни слова Райдеру о том, что мы замышляем. Да, примерно так. И что касается связи с Райдером, ты когда-нибудь видел подобное? Это Халабот? Именно. Разыщет его, где бы ни был. Райдер, мы вытащили Лукаса, но Виктор задумал что-то странное. Мы направляемся в шахту Трагдо на разведку. Ха. А теперь в шахту. На Снитч из Гарри Поттера похоже было. Я тут 100 лет не был. Опять мы пиздечки. Посмотрим, что тут натворил Виктор. Паук! Где? Не ссы, спасем тебя. О, блин, а? Что это такое? Ужики какие-то пауки, блин. Ненавижу. Неужели что поприятнее нельзя было сделать? Фу, блин. Ужас. Ах, ты, зараза. Сломаю. Подросли уже хорошо. Фига вы шустрые ребята. Пошли. Что это такое? Ах ты. Зараза такая. Да, блин. Как вы прошли мимо уродов? По морде получше меня. Рисковать, не спадать. Один раз уже, я помню, рискнули.
Там внизу что, гоблины? Нет, их уже давным-давно нет. Зато есть другие твари. Куда более опасные. Вот эти вот твари. Сломали меня. Ладно. Это запомню. Так. Без лишних слов. Вот, уже ближе к телу. А, мы направляемся в активную часть шахты. О, что это? Ты кто, мужик? Я тебя не знаю. Шахтер, что ли? Так, туда не пройти. Какой-то. Так, у меня что-то совсем мало хватается. Блин, они все прут. Спокуха. Продолжайте беречь. Хорош, жуки. Так. О, да, детка. Похоже, механизму лифта не хватает реликтов. Конечно, так, давай. Ты не мог бы снова его запустить? Нет, не мог. Тут, кстати, никаких потайных. Пещерок. Тут что-то врагов-то было много, пещерок. Жаль.
глубине. Падают эти штучки. О, вау! Да, Лукас. Именно так и работает шахта. Убрать землю, очистить структуры, забрать реликты. Семья Виктора веками строила шахты. А зачем силовые барьеры? А, семья Виктора некоторые хитрожопые. Существа очень злятся на них из-за добычи реликтов. Не отставай. И надеюсь, мы их не увидим. Да охренели вы, что ли, кидаться в хрень в таких количествах. Как минимум янтарь. Стоп! Впереди страж. О, нормальный такой страж. Себе бочками кидаются еще. А вот это получилось. Блин, а что это зависит, не понятно. Иногда получается, иногда нет. Того, как я стик кручу, что ли. Ровно. Вот все ровно. Ну,
все сделал. Воу-воу-воу. Вот. Правильно, побольше с собой фигуру тащите. Чё собирался столько? Чтобы разобраться опять. Все лежит. Ладно, я расскажу тебе все, что знаю. Это весь обоссался, ну, обосрался уже. Откуда берется оружие? Вот как все устроено. Мы добываем реликты, а время от времени прилетает Гандахар на своем корабле. И мы торгуемся и обмениваем реликты на оружие. Я не знаю, где он живет. Мы просто ждем. Какой у него корабль? Сложно объяснить словами. Лучше посмотри сам. Зеленый гоблин. Ну, что происходит? На себе. Еще и это, блядь. На месте стопорят. Только посмотри. Мы добрались до места, где Виктор нашел свои гигантские реликты. Нефиг камни кидать. Так вот. Матрос, хитрый хвост. Вот. Смотри, они богатые на религии, ребят. Не все, правда. Есть. Вот он. Пункт нашего назначения. Это не зря, не зря так стоит. Ой, да по морде мне. Что такое-то?
задницу. Робот туда прыгнул. Опа! Серьезнее, я смотрю. Ну ладно, сейчас мы туда превратимся. Давай. Так, желающие сесть в робота еще есть? Дверки. А теперь момент истины. Виктор прав. Гигантские реликты в невероятных количествах. Нек, ну давай, открой дверь. Не ключ. Тогда что? Как предсказуемо, доктор. Видишь, я говорил, стоит только подождать, и они придут. Да, какое разочарование. Я надеялся преодолеть этот барьер. Ну, и что теперь? Вы доказали свою изобретательность, добравшись сюда, доктор. Я надеюсь, что вы поможете мне понять, как пробраться через эту проклятую дверь. Но если Нек не является ключом, он представляет слишком большую опасность. Убрать его! Ну, давай. Попробуй. Посмотрите. Да, мы живы, и, наверное, сейчас мы будем пробираться наверх, но уже в следующей части.